Новые технологии по производству биотоплива сегодня презентовали на тематической конференции. Один из участников предлагает использовать для отопления котлы на пеллетах, то есть на биомассе, которые менее энергозатратны. Использование пеллетных котлов и биомассы на сегодняшний день – это альтернативные виды топлива, которые необходимо использовать в этой ситуации, которая сложилась сейчас в Украине. Украина – аграрная страна, также имеет большой потенциал лесов. И на сегодняшний день 95% у нас экспортируется в Европу. Мы обеспечиваем Европу, а сами пользуемся газом и дорогими энергоносителями. Еврокомиссары и исследователи со всего мира, в том числе ученые университета Миннесоты и Лондонского института европейской экологической политики, утверждают, биотопливо более опасно и наносит куда больше ущерб окружающей среде и человеческому здоровью, чем бензин или дизельное топливо. Одесские специалисты утверждают, что использование биотоплива не должно превышать 3-4% от всех возможных энергоносителей. В энергетическом балансе не должно быть каких-то перекосов. То есть нельзя сегодня говорить, что мы используем только биотопливо, завтра передумать и говорить, что мы палим уголь, а послезавтра электроэнергию. То есть энергетический баланс должен быть представлен разными видами топлив, которые в зависимости от территории применимы и с точки зрения цена-качество наиболее эффективны. Биотопливо получают, как правило, из органического сырья. Безусловно, этот ресурс исчерпаем, как уголь. Потому только при гармоничном сочетании всех возможных источников энергии не возникнет голода, истощения земных ресурсов, загрязнения среды и высоких цен на отдельные энергоносители. Дарья Сидоровская, Алексей Кулигин, Олег Шпак, Новая Одесса.